Всем доброго утра. Время 8 утра. И я собираюсь на чистку зубов. Так, не 8 утра. Сейчас 8:15. Собираюсь на чистку зубов. И сегодня плюс 15 всего лишь. Не знаю даже, что одевать и надевать. Как бы, ну вот в костюм пойду. Вроде как бы разогреет до 22. Не буду брать куртку. Но возьму зонт. Обещают дождик. Так что вот так. Мои спят. Алена и Баксик. Коль на работе. Так, сегодня я поеду в Аэрохолл. В магазин. В наш профессиональный магазин. Косметики наши профессиональные. Хочу купить все-таки я машинку для стрижки. Наверное, не триммер прям куплю, а машинку. Чтобы она хорошо делала окантовку. И в любом случае мне уже машинку надо было уже менять. Ей уже 3 года. Ну и вот 3-4 года служат, и все. И меняешь. Вот, ну, такие расходы парикмахеров. Вот такие расходы. Так что иду сначала на чистку, потом на работу. А вечером у меня сегодня еще и педикюр. Надо вернуться и сделать Оле педикюр. В общем, такие у нас дела. С утра вот такие планы. Как дальше покажет день, не знаю. Все покажу. Ой, такое ощущение, что опять с заводов выбросы. Сейчас выйду на улицу, понюхаю. Не знаю, не замерзну я сегодня так. Так, ключ надо убрать. Такая вот погодка. Ну, в общем, если северный ветер всегда, то с заводов он приносит запах вот этой кислятины, и фосфор, и каучук у нас заводы. У нас много заводов, но они вроде как за чертой города, но не за нашим районом, за следующим. И все равно, вот представляете, кислятиной пахнет. Заводов много. Тольятти Азот, но это в другой стороне. Так, я намылась, иду. Надеюсь, не замерзну. Я посмотрела, что до 22 сегодня. Смотрите, как много вишни. Вишни прям усыпная в этом году. Хотя были морозы. Не морозы, что там, снег был. И морозы были. Вишня усыпная. Так. Рано. Рано иду. Народу что-то нет. Татьяна моя идет, ковыляет квасом торговать. Она квасом торгует. Кстати, она работала в цирке с собачками. В Люберцах, в Балашихе у меня живет дочка. Она тоже часто ездит в Москву, улетает. Так что она, Татьяна, она из цирка. Она рассказывала, как она работала, как они гастролировали. Вот, работала она дрессировщицей. Выступала в цирке. Так вот, занесло ее в Тольятти. Мне надо перейти дорогу. Смотрите, кофе 39 рублей в Пеликане. Рекламка такая. Иду из клиники, хочу оставить свой отзыв. Не буду говорить, где это, но как делали. А, первое. Она опоздала, врач опоздал. Я уже сижу половина десятого, время 35, и она еще не пришла. Это первое. Второе. Чистка 6 своих зубов у меня была. Только 6. Мне коронки не надо было чистить. Некачественно почищено. Я ощущаю где-то острые углы. Не зашлифовала она. И третий, самый большой минус, то, что когда сидишь в кресле, и врач разговаривает с медсестрой и с другим врачом о своей блефаропластике, там она рассказывала, что она хочет глаза делать, и она вот, знаете, включает машинку, она же шумит, машинка, и начинает мне кричать, а мне тут ухо, а мне же здесь ухо. Это вообще капец, когда врач о каком-то выпускном завтрашнем, а? В своих глазах, об блефаропластике, и все-все-все, и она вот так отвлекается, мне что-то идет, отвлекается, вслепую мне что-то тычет. Это, конечно, неприятно. Мне не обезболивали, накладывали гель.
гель обезболивающий. Ну, в принципе, все терпимо было. Терпимо все было. В конце она показала, что все чистенько. Но на ощупь все равно. Вот последний зуб. Какой-то как не осколочка, а грань какая-то есть. Такая негладкость там. И еще один зуб. Ну, в общем, туда бы я не вернулась. Не знаю. В общем, здесь нет просто врачебной этики. Вот самое главное, нет врачебной этики. А, в общем, такие дела. Так, хочу зайти в Пятерочку. Мне нужно положить деньги. Давайте посмотрим, какие скидки. Еще здесь туалетная бумага, как всегда. Вот это папе порошок. Кто порошком стирает? Ариэль. А что еще? Что еще? Батончики? Махеев, майонез Махеев и круассаны. Так, сегодня же выпускной или завтра? Сегодня 28-е. Вот, алкоголь не продается. Вот, 28 июня продажа алкоголя, день проведения выпускных. Так, чубаленки хочу купить, не знаю, даже что-то вкусненькое. Сейчас в йогурты пойду. Для собак 169 рублей. Вчера делал ей блинчики, а сегодня... Не знаю даже, что мне еще взять. Взяла себе перекус, творожок, йогурт и мягкую булочку. Так, появился кофе турецкий Мехмет Эфенди в Пятерочке. Иду мимо нашего суда и вспомнила вчера, прочитала такую новость в телеграм-канале, что правительство хочет увеличить, как оно называется-то? Ну вот за суд, когда платишь при разводе, когда платишь налог, что ли, как он, 600 рублей был при разводе, сейчас 5000. И вот сейчас стоят там пара с ребенком, разбираются, где-то, наверное, разводятся. Я собираюсь в аэрохолл, отработала до обеда. Теперь у меня на 4 часа и на 6 часов вечера. Поеду за машинкой. В общем-то, тренер мой не работает. Доехала на маршрутке, вот на такой вот маршрутке, за 45 рублей. 326 маршрут. Аэрохолл у нас остановка и с одной стороны, и с другой стороны. Пройду с газоном, наверное, вот здесь что-то. Вот он, аэрохолл. Алена со мной поехала. Сегодня она делает ужин. На ужин у нас котлеты куриные. Петуни цвет красивый. Здесь кинотеатр у нас еще. Так, мне надо туда дальше. Здесь вот Литуаль. Кофеечек. Можно кофеечку попить. Я не обедала. Нижнее белье. Купальники. Высокие трусики. Зифа. Подарки. Здесь... Флинт, тоже подарки. Час пик.
Вот здесь вот я чемодан, помню, купила хороший, кстати. А второй мы чемодан купили, он у нас развалился. Чемоданчик 5500, вот такой, 5550. Хорошо так он ездит прям. Боковая ручка. Посмотрю. Так, вот цены. Сейчас буду выбирать именно машинку. Кстати, вот мой триммер. Вот он сейчас стоит 3 830. Как он? Да, триммер. Триммер для окантовки. Так, триммер. Не поняла. Машинка. Новая, не новая, что-то 19 тысяч. Вот раньше такая у меня была, 616. Где найти? Где? Нету. Как если по Инстаграму только перестать что-то? И то я уже. Еще дороже цены. Я прихожу вниз, все равно хочу. Так, ну что, машинку я купила для стрижки. И купила еще вот такие вот корзиночки от палочек. Корзиночки от Палыча. И машинка. Машинка Хэрвей. Она как два в одном. Вот такая вот она. Так, сколько стоит? 3800, по-моему. Да. 3657. Это мне скидка. В общем, вот такая вот она. И триммер, и машинка. Два в одном. Ну все, наконец, а то у меня сегодня стрижки будут. Так, обедаю, бегу на работу. В отделе косметики в Аэрохолле познакомилась с одной девушкой. Она из Жигулевска. Что-то так все разговорились там, с ней немножко поболтали. Вот, насчет косметики. Она мне посоветовала белорусскую косметику. Вот такую вот помаду, или как она, не помада, наверное, все-таки гель. Так, что здесь пишут? Блеск для губ, блеск с эффектом объема, но он как бы не пощипывает. Я говорю, не надо мне, чтобы щипало. И консилером, как он правильно называется? Под глаза. Сейчас мы найдем, как он называется. Артвизаж, ну. Так, стойкая формула, кремовая текстура. Ничего написано. Soft Focus Effect. Ну, в общем, это под глазки. Я там попробовала. И прям мне понравилось, что более-менее как-то синячков моих под глаз. Она говорит, а чего вы так переживаете? Мы все замазываемся. И молодые, и всякие, мы все замазываемся. Я говорю, да. Но вот этот цвет более, говорит, ходовой. Знаете, какой? 102-й, по-моему, она сказала. Да, 102-й. И вот такая вот блеск такой прям. Он не такой яркий. Он на губах такой нежненький. Прям понравился. Блестит так хорошо. Так, ну что, чем покушать? Наверное, сейчас пообедаю быстренько. А вообще спать хочу, девчонки. Погода. Без конца. Дождик. Брызь. Псик-псик. Надоело уже. Так, у меня вот такие вот хлебцы есть. С семечками, с тыквенными. Но мне сейчас их... Нельзя, потому что почистила там зубки.